В РФ испытали новую противоракету. Очередной испытательный пуск прошел успешно, заявили в оборонном ведомстве России. Система предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения. В Минобороны РФ сообщили, что военные воздушно-космических войск, ВКС, России успешно испытали новую модернизированную ракету системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Информация об этом опубликована в газете «Красная звезда». Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время, говорится в публикации. Отмечается, что система ПРО состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, отмечает газета. Ранее сообщалось, что в РФ выполнили успешный учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал». Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.